В Сургутской городской клинической больнице номер один состоялось открытое заседание Общественного совета по защите пациентов, посвященное итогам деятельности учреждения. На заседание были приглашены представители СМИ, общественности и медицинский персонал больницы. С докладом по итогам и ближайшим перспективам выступила заместитель главного врача по организационно-методической работе Наталья Матвеева. В нем она рассказала о планах регулярного повышения профессиональной квалификации сотрудников, проанализировала работу по социально значимым программам и рассказала, какой высокотехнологичное оборудование приобретено. Не остался без внимания ремонт в помещениях больницы, и особо был освещен капитальный ремонт ожогового корпуса. Ежеквартально у нас проводятся встречи с представителями общественных организаций города и медицинским объединением Сургутская городская клиническая больница с целью обмена информацией и представления о возможности оказания услуг, которые оказывает бюджетное учреждение Сургутская городская клиническая больница по различным направлениям медицинской деятельности. Fashion Collection. В модных заведениях твоего города.